Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин. Сегодня тема лекции видеоурока следующая. У человека остановилось, либо часто останавливается пищеварение. Вот представьте, он покушал, хорошо так, а чувствует, что пища не опускается вниз. Желудок полный, не проходит вниз пища. Ну, конечно, чаще всего люди обращаются с проблемами и думают, что это проблема желудочно-кишечного тракта, либо желудка. Вы знаете, отчасти вы правы, уважаемый зритель, но вы должны помнить, что один из симптомов даже западной медицины, уже западная медицина даже позволяет себе написать это в симптомах, что остановка пищеварения является нехваткой энергии человека. Вот представьте себе, у человека не хватает энергетики для всего пищеварительного тракта, для всего этого, скажем так, всю функцию, чтобы выполнил пищеварительный тракт, не хватает энергии. И здесь точка GI6 Пянли нам в помощь. Акупунктура и иглотерапия нам в помощь. Почему? Потому что мы же знаем, что основой иглотерапии лежит что? Нормализация движения энергии. Энергии в каналах, в 12 меридианах основных. И если, допустим, в меридиане толстого кишечника, а точка GI6 Пянли отвечает за весь канал толстого кишечника, конечно же, проходит и контролирует весь желудочно-кишечный тракт. То есть, что человеку необходимо? Необходимо человеку знать и взять во внимание, что акупунктура тоже является неотъемлемой частью при всех нарушениях остановки пищеварения. И через точку GI6 Пянли активно массажировать данную точку. То есть что? Давать энергию в данный меридиан, который что? Будет также участвовать во всех пищеварительных процессах и не только. Спасибо за внимание.